Уважаемые коллеги, мы продолжаем вас наш курс. Да, вас слышно. Слышно, да. Вот, но прежде чем еще раз напомнить тему, да, хочу сказать, что мы сегодня говорим, наверное, о решениях, которые есть в любом спортивном сооружении, плавательном бассейне, но совершенно нестандартный подход. И вот комментируя даже название темы, давайте еще раз я ее все-таки прочитаю. Это современные системы для дезинфекции и уборки объектов спорта с плавательными бассейнами без применения химических средств. Как такое может быть? А вот Виктор Галай, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью СМУ «Ленгидрстрой», вам как раз об этом скажет. Да, Виктор, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, меня слышно. Отлично слышно, да, спасибо. Очень хорошо. Я еще раз, наверное, представлюсь. Виктор Галай, как уже сказал ранее уважаемый Виктор Борисович, представитель ЛГС «Строит». Ну, это подразделение строителей фирмы «Гидрострой», который занимается продвижением новых инновационных технологий в России, природосберегающих, в основном направленных в сфере строительства, воды, водоподготовки, водоочистки. Сейчас у нас самое интересное, на наш взгляд и на взгляд многих наших коллег, клиентов, оборудование, которое мы стали в прошлом году поставлять в Россию, это оборудование именно компании «Персана», канадской компании. Значит, сегодня наш разговор, я считаю, нужно построить таким образом. Я вас для начала ознакомлю в общих чертах с оборудованием, что это такое, потому как оно для России новое, хотя для всего мира уже, в общем-то, давно понятное. В России, в СНГ мы начали только в 2021 году поставлять это, сертифицировали и начали поставлять. Вот давайте, что очень важно, да, что то, что, о чем мы говорим, в принципе, имеет все разрешения, допуски на российский рынок. Прежде чем начать продажи здесь, в России, мы прошли полную сертификацию. Как вы видите вот здесь на этом слайде, сертификатов очень много во всем мире, там, включая кошер, халяль, там, не знаю, всякие вот американские. Очень здесь важно, конечно, вот эти сертификаты TÜV и Green Seal, которые очень такие, я сталкивался уже с такой сертификацией, они очень жесткие там требования. И тем не менее, мы прошли полный цикл сертификации здесь у нас в России, получили сертификат для ЕАЭС безопасности и имеем полное право это все продавать, что мы и делаем, в общем, еще. В двух словах, кто мы такие? Что такое «Терсана»? «Терсана» – это канадская инновационная компания. Она базируется в Онтарио, в Канаде. И направлена на продвижение экологически безопасных и здоровых технологий, касающихся уборки помещений, очистки всяких разных поверхностей, дезинфекции, дезодорирования помещений. Компания производит оборудование для производства стабилизированного водного озона. Вот это понятие «стабилизированный водный озон» здесь, наверное, есть ключевое, потому как эта технология запатентована, изобретена именно основателями, учеными канадскими основателями этой компании «Терсана». Она изобретена и запатентована во всем, в том числе и российский патент есть. Что за технологии, мы будем говорить дальше. С кем работает компания «Терсана»? Ну, это оборудование используется практически во всех сферах жизнедеятельности человека, во
всех отраслях, начиная от здравоохранения, образования, промышленности, гостиницы. Особое место занимает, конечно, объекты спорта. Потому что все-таки на объектах спорта люди, занимаясь спортом, часто контактируют друг с другом, с разными поверхностями, вдыхают большое количество воздуха, в том числе испарений. И это на объектах спорта крайне важно и крайне желательно это использование вот так, именно такой технологии. Потому что какие бы ни были химические средства, все равно это основа хлор, все равно это основа химические соединения, которые вредны для человека и для природы, и для как для персонала, так и для посетителей. Для начала я постараюсь в общих чертах рассказать об технологии УСНО. Потом мы посмотрим несколько на слайдах, потом мы посмотрим несколько роликов, прокомментируем. Там же в роликах очень хорошо наглядно живо показано, что это такое, как оно работает, и отзывы людей, пользующихся. Там у нас будет ролик с мировым опытом использования, и дальше в конце ролики уже здесь российский опыт использования и эксплуатации этих установок. Как видите на этом слайде, вот что себя в принципе представляет. Сама установка Терсана, вот она видна серенькая внизу, вот, не знаю. Да, мы видим, как оборудование, да, действительно, как то, что представлено на слайде. На слайде, вот это дозатор САУ стабилизированного водного озона, который устанавливается у вас на объекте, к нему рядом устанавливается стабилизатор, так называемый сменный картридж, который подготавливает воду, подключается к воде, к электричеству, и фактически все. Ну, здесь еще маленькая эта деталь важная. Вот маленький, с каждым стабилизатором идет маленький электронный блок, он же осушитель воздуха, и через него подается воздух из помещения, выделяется кислород, и вливается в воду, и там стабилизируется. Виктор, давайте... Из системы выходит готовый к использованию раствор, который очень эффективно, очень быстро и безопасно очищает любые поверхности, начиная от ковров, заканчивая плиткой, нержавейкой, да всем. Виктор, давайте вот прежде чем перейдем непосредственно, что где мы чистим, давайте еще раз фокусируем внимание наших слушателей. Вот есть соответствующее устройство, оно монтируется, есть ли какие-то требования к тому помещению, где оно монтируется, каково напряжение, которое должно быть подведено, каковы требования к воде, тоже подводки для работы этого устройства. Вот здесь несколько можете прокомментировать ситуацию, чтобы более, конечно, понятно было. Естественно. Монтируется оборудование в любом. Главный критерий – это удобство. Удобство работы с ним. То есть мы обычно, это кладовые, где работают горничные или уборщицы в спортивных сооружениях. Мы с ними оговариваем, туда сантехник местный подводит трубу полдюймовую с воды, обычной холодной водопроводной воды. Рядом, вот как видите, с правой стороны вот на картинке, розетка 220 вольт. Потребление мощности 100 ватт, как лампочка, 0,1 киловатт. Абсолютно там нету никаких ограничений ни по воде. Обычное давление 2,5 бара. Холодная вода, естественно, только холодная вода, потому что там есть нюансы по стабилизации озона. В горячей воде он не будет так долго держаться. Все. То есть вы на стену, на любую поверхность, там, на кирпичную, на гипрок, на гипсокартон, на плитку, при помощи, скажем так, дрели и отвертки, это устанавливается за полчаса любым малоски грамотным человеком. Причем мы даем подробнейшую инструкцию с шаблоном. Здесь, конечно, у нас в Питере мы выезжаем сами. Некоторые в Москву даже выезжали, потому что там
несколько установок, надо было поговорить с людьми. А так обычно мы отправляем инструкции, и люди абсолютно легко сами справляются с установкой и наладкой этой самой. Причем мы всегда на связи там по видео, если нужно, WhatsApp, там, Skype, если нужны какие-то консультации, мы всегда расскажем, подскажем. Там, ну, вопросы возникают, но обычно, почитав внимательно нашу инструкцию, все вопросы отпадают. Ну, ясно, то есть, давайте дальше пойдем. Обычная, да. Вода, обычная вода, обычное электричество. Все, и на выходе вы имеете. То есть, грубо говоря, вы таким образом получаете некую мини-фабрику для производства доместоса, там, мистер Проктер, там, что у нас там производится, да? Именно у себя уже на объекте. То есть не надо вам ничего, не закупать больше, не налил ведро, пошел шваброй мыть полы, налил опрыскивать или пошел чистить там тренажеры, нержавейку и так далее. Причем абсолютно безопасно, быстро и надежно. Так, по поводу компании я сказал, что это, да, канадская компания уже работает. А теперь как работает система? Как вот те, то, что вы перечислили непосредственно, моющие средства, только без химии, как эта установка производит, что мы получаем? Вот. Очень легко, это очень хорошо это указано в ролике, который мы сейчас будем смотреть. Нагляднее, чем в ролике, вряд ли я расскажу. Хорошо, давайте посмотрим ролик. Tersano, changing the way the world cleans. Здравствуйте! Компания Tersano рада представить вам новый и улучшенный способ уборки, который сделает вашу рабочую среду более безопасной, счастливой и здоровой. Сегодня мы здесь, чтобы познакомить вас со стабилизированным водным озоном, также известный как SAO. Этот очищающий и дезинфицирующий раствор производится диспенсером Lotus Pro и является вашей нетоксичной альтернативой химическим чистящим средствам. Он работает быстрее и эффективнее, чем химические вещества, и при этом полностью безопасен как для человека, так и для окружающей среды. Вот как это работает. Холодная водопроводная вода поступает в картридж SAO. Обработанная вода выходит из картриджа и поступает в дозатор. Внутри дозатора электричество превращает воздух или О2 в О3. Этот дополнительный атом кислорода и дает нам всю нашу естественную очищающую способность. О3 вводится в воду, создавая дезодорирующий и дезинфицирующий состав, более сильный, чем хлорка, но безвредный для вас и нашей планеты. Стабилизированным водным озоном из дозатора можно наполнять ведра, пульверизаторы и другое чистящее оборудование. Вот бесспорные плюсы этого раствора. Он безвреден для людей, но смертельно опасен для грязи и микробов. После завершения очистки и дезинфекции компоненты раствора возвращаются в исходное состояние – кислород и вода, не оставляя токсинов, паров и остатков, обеспечивая более здоровую и приятную рабочую среду. Мы снижаем уровень загрязнения нашей планеты, не выбрасывая в канализацию химикаты, которые в конечном итоге попадают в водопровод. И что же это значит для вас? Используя Tersano SAO, вы уменьшаете воздействие химикатов и вероятность получения травм на работе. Он прост в использовании и позволяет очищать все поверхности с помощью всего одного продукта. Начать легко. Для начала использования дозатора Tersano SAO включите холодную воду. Передвиньте Flow выключатель в положение On. Дождитесь, пока на блоке питания загорится зеленый индикатор. Это значит, что все работает правильно. Не начинайте работу с устройством, пока не увидите этот свет. Как только он загорится, диспенсер готов к работе, и вы можете наполнить составом любое нужное вам оборудование. Пульверизаторы, ведра для мытья пола, моющие пылесосы, автоматические поломойки. Единственный продукт, который Tersano SAO не заменяет, это дезинфицирующее средство больничного класса. Оно необходимо для профессионального использования.
Другой продукт, который вам может понадобиться, это глубокий очиститель для тяжелых условий эксплуатации, который вам понадобится раз в неделю или раз в две недели для ухода за такими местами, как обод унитаза. Раствор SEO одобрен в качестве очистителя на срок до 6 дней, а в качестве дезинфицирующего средства на срок до 24 часов. Убедитесь, что вы следуете инструкциям о том, когда менять раствор. SEO эффективно очищает разные поверхности. Полы при помощи швабры или поломоечной машины, окна и любое другое стекло, стальные конструкции, полки, столы, раковины, унитазы, витрины, ковры и веранды. Терсана SEO просто, безопасно и легко использовать. Раствор не нанесет никакого вреда при попадании на кожу, в глаза и даже при проглатывании. Во время использования Терсана SEO вы должны кое-что учитывать. Если лампочка Replace Stabilizer мигает, значит пора уведомить вашего менеджера, так как скоро потребуется сменить стабилизатор. Как только она начнет светиться постоянно, нужно сразу сменить картридж и синий фильтр, так как система более не производит озон. Использованные картриджи собираются и пересылаются обратно в Терсана, так как они на 100% подлежат переработке. Спасибо вам и вашему работодателю за то, что вносите свой вклад в очищение нашего мира. Сегодня вы присоединяетесь к сотне медицинских учреждений, аэропортов, школ, отелей и магазинов по всему миру, которые используют систему Терсана и помогают исключить использование химических веществ на рабочем месте. Благодаря вам мир станет более чистым и безопасным местом для жизни. Терсана. Changing the way the world cleans. Ну, Виктор, давайте поблагодарим девушку, что она подробно нам так все это рассказала. Все-таки вопросы, которые есть. Производительность установки. Все-таки у нас объект – это многие-многие квадратные метры уборки поверхностей. Насколько такая установка позволяет нам убирать объект? Вот по мощности этой установки можете прокомментировать? Значит, конечно же, на некоторых объектах, таких как, например, аэропорт Клинтона в Торонто, или международный аэропорт Торонто, там закуплено 40 штук установок. Но там, извините, 70 тысяч квадратных метров. Оздоровительный комплекс это порядка 2000 квадратных метров. На 2000 одна-две установки абсолютно справятся со всей работой. Производительность ее выдачи раствора, готового раствора, от 7 до 11 литров в минуту. Когда вы включаете, то есть грубо за минуту вы набираете ведро готового раствора для уборщицы. То есть практически так же, как из крана течет, но немножко меньше струей, чем из крана. Готовый раствор, когда вот вы его набираете, вы сразу чувствуете, что это. Потому что мы все знакомы с запахом после грозы, понимаем, что это после грозы такой чистый, вот, насыщенный озоном запах. Вот, когда включается эта установка, когда набирается этот раствор, сразу чувствуется, все нормально. Дело в том, что общеизвестно, что озон, он самый мощный природный окислитель и чистящее средство, которое чистит все в природе. Без него бы мы, наверное, уже были в грязи, по уши, наверное. Николай, еще один вопрос очень важный здесь задает. Какой срок жизни, в кавычках, приготовленного раствора? Да. Мы разлили непосредственно в емкости для уборки, да, а дальше? Вы правильно. Срок жизни озона в природе, он минуты. Минута-две. Вся фишка, вся суть этого изобретения
Это именно стабилизация озона в воде, закрепление его там. И таким образом его заставляют работать долго. Вы нанесли на поверхность, он работает. Внимание, есть два вида стабилизаторов, и от этого зависит срок жизни этого раствора. Есть стабилизатор САО-4, который ставится, у него большая производительность, он до 6000 литров готового раствора выдаст вам. Но его срок жизни будет 4 часа и 24 часа как уборочка. 4 часа имеется в виду, он будет полностью дезинфицировать. Это, конечно, наверное, более подходит для бассейнов, где идет уборка онлайн постоянно. Понимаете, вот здесь суть в чем. Если вы убираете постоянно, вот уборщица работает целый день, да, прошла из помещения в помещение, она протирает там все ручки дверные, этот человек, который, администратор, извините, администратор за стойкой стоит, у него есть опрыскиватель, он контактирует с людьми, он легко может сам всегда протереть свою стоечку, там стекло, где люди ходят, чтобы самому себя обезопасить от всяких вредных, на нынешний момент их хватает воздействий. Поэтому 4 часа при стабилизаторе САО-4 или 24 часа при стабилизаторе САО-24. Вот. Вот это срок жизни этого раствора. И этот срок жизни, это не просто, это вы нанесли, даже если вы протерли, он все равно будет работать. То есть вы нанесли на поверхность, даже можно тряпкой протереть, чтобы не мокрое было. А можно не протирать некоторые поверхности, пускай работает. И он будет все время расщеплять грязь, убивать микробы в течение всего этого периода. Хорошо, давайте пойдем дальше тогда. Ну, несколько слов об озоне. Вы наверняка все знают, что это такое. Его свойства были уже записаны, боже, в 18 веке там голландскими учеными. Потом немецкий ученый в 840 году, Шонхейм, неважно, описал его свойства и его бактерицидные и очищающие свойства. Очень часто на нынешний момент. И у нас, кстати, в Питере первая установка была построена для очистки воды озоном в 1905 году. При царе еще. А в Царском селе, здесь в Пушкине, кстати, где мы сейчас находимся, где я сейчас нахожусь, уже в 11 году была самая большая в мире установка для очистки воды при помощи озона, озоновая установка. В 11 году 46 тысяч кубов в сутки выдавала она. Ну, дальше, естественно, пошли там известные события, Первая мировая, революция и так далее, это все забылось. Потом в Советском Союзе в Москве использовалось очень много. На нынешний момент есть даже очень хороший опыт использования озона в терапии. Есть не озонотерапии, есть Российская ассоциация озонотерапевтов. Можно посетить, посмотреть. Очень много интересного на их сайтах, в их работах можно почерпнуть. Виктор, а вот как раз тут вопрос все-таки о специфике плавательных бассейнов, и он заключается в следующем. Да. Удаляет ли данный раствор грибковые образования? Потому что мы знаем, да, действительно. Однозначно. Грибковые образования, я даже у себя дома использую, зря я взял маленькую, маленький вот прибор для домашнего использования, есть такой Clean Mini, и сам наблюдаю. Эта чернота где-то между швами в плитке, да, в ванне, на кухне, постепенно уходит на нет. Вот я за неделю использования, у меня жена просто в восторге. И грибок, всякие ржавчины, бактерии убивает даже не концентрированный раствор, а просто раствор, который подается из установки. Но со временем, конечно, надо убирать, надо день за днем выполнять эти процедуры, как положено по регламенту, да, уборочному. Да. И результат не заставляет себя ждать. Люди, мы в следующих роликах увидим, как реагируют люди на использование Терсана у себя на объект.
Давайте посмотрим. Да, давайте следующий ролик посмотрим. С тех пор, как мы перешли на Lotus, мы избавились от 99% химии, которой пользовались до этого. При текущей экономике нам всем приходится искать способы сократить расходы нашего округа. И Lotus Pro — это настоящий подарок в этой ситуации. 100% экономия никого не оставит равнодушным. От 80 до 85% нашего текущего бюджета на чистящие средства будет сокращено с введением в эксплуатацию систем Lotus Pro в школах нашего округа. Система дезинфекции Lotus Pro от компании Тирсана. Революционная система без использования химикатов превращает обычную воду в сильнейшее многофункциональное средство для очищения и обеззараживания любых поверхностей. Лучшее в Lotus Pro то, что не обязательно вытирать поверхности после обработки раствором. Распылите его и дайте высохнуть. Мы используем Lotus Pro везде. Для чистки ковров, уборки туалетов, классов, столиков. Я использую его в спортивном зале, кафетерии, коридорах и туалетных комнатах. Мусорные корзины, столы. Мы используем его абсолютно на всем. Журнал Times назвал систему Lotus Pro одним из лучших изобретений 2006 года. В апреле 2007 года ее назвали идеей месяца. Раствор в 3000 раз быстрее и на 50% сильнее хлорки, и при этом абсолютно безопасен для детей и не содержит химикатов. Это величайшая идея месяца. И в июле 2010 года систему Lotus Pro показали в шоу Рэйчел Рэй. Микробы невооруженным глазом не увидишь, поэтому наши помощники возьмут лабораторные пробы до и после использования продукта. Итак, до использования раствора на столешнице было найдено 200 видов коринобактерий и 600 колоний стафилококка. Итого 800 колоний. А теперь посмотрим, как справилась озонированная вода. Итак, пробы после использования. Коринобактерии 0, стафилококк 0. Он также помогает вывести пятна от красного вина, кофе и уничтожает запахи. Он уничтожает пятна и неприятные запахи? Это просто потрясающе! К тому же он безопасен даже для мытья детских бутылочек. Выноси он мусор, я бы вышла за него замуж. Система Lotus Pro — это самый эффективный и экологичный вариант на рынке. Даже работники очень сложных для уборки предприятий считают использование Lotus Pro лучшим способом справляться с загрязнениями. Меня зовут Скотт Сирс, и я генеральный менеджер службы эксплуатации стадиона Petco Park в Сан-Диего. Мы обнаружили потрясающие результаты, когда стали использовать озонированную воду для мытья полов в туалетах. Состав сразу же избавил эти часто используемые места от въевшейся грязи и показал лучшие результаты, чем любой химический реагент, используемый нами ранее. Мы поняли, что экономим время и деньги, используя озонированную воду вместо обычных чистящих средств. До появления системы Lotus Pro не было аналогов классическим средствам дезинфекции. Поэтому мы сразу стали использовать раствор для их замены. Каждую ручку, дверцу, каждый писсуар, туалет или раковину мы дезинфицируем озонированной водой. Также мы используем ее в раздевалках для любых поверхностей, включая ковровые, чтобы быть уверенными, что наши спортсмены находятся в безопасной среде. Лучше всего, что система сэкономит вам массу времени и денег. Эта система Lotus особенно нравится мне тем, что не забивает фильтры, а когда ломается поломоечная машина, в 90% случаев подводит фильтр. Раньше, чтобы убраться только в одном этом здании, уходило в среднем 40 человеко-часов в день. А с тех пор, как мы перешли на Lotus Pro, эти показатели уменьшились до 25 часов в день. Таким образом, мы сэкономим до 40 тысяч долларов за год. Стоимость доставки всех нужных химикатов в наши школы может достигать 170 тысяч ежегодно, а использование системы Lotus Pro снизит эти расходы на 85%. Система Lotus Pro, одобренная Агентством по охране окружающей среды, а также Управлением санитарного надзора США, работает, насыщая воду озоном. Университет Хассан в Бенгаре, штат Мэн, приобрел установку Lotus Pro после того, как провел собственное независимое исследование раствора. Озонированная вода оказалась как минимум так же эффективна, если не более, как те химикаты, которыми мы пользовались до этого. И одним из главных плюсов, которые мы заметили при ее использовании, стало то, что не нужно ждать, пока произойдет реакция, как с обычной химией, и бактерии будут уничтожены.
это незамедлительное очищение. Но раствор справляется не только с бактериями. Он также физически разрушает вирусы, атакует ДНК-материалы, из которых они состоят. Это продукт, который мы просто обязаны использовать. И учитывая все его плюсы, его стоимость окупится сполна. Использование системы благоприятно скажется на здоровье и благополучии персонала, уборщиков, студентов и, по сути, каждого, кто посещает наше здание. Работа образовательных учреждений ориентирована на людей. Учителя, администрация и остальной персонал — мы все здесь ради студентов. И установка Lotus положительно влияет на среду, в которой мы находимся. Она дает нам максимальные показатели чистоты и создает здоровую атмосферу для всех. Принося финансовые выгоды и положительное влияние на здоровье окружающих, я считаю все в выигрыше. Что касается бюджета, с повышением цен на используемые для уборки материалы, мы планируем ввести программу Lotus по всему кампусу, уложившись в бюджет нашего обычного заказа химических средств на год, что впоследствии будет колоссальной экономией. Конечно, среди моих коллег было немало скептиков, так как, опираясь на предыдущий опыт, многие считали невозможной качественную уборку, а тем более дезинфекцию без химикатов. Но раствор доказал обратное. Многие люди страдают от аллергических реакций на разные чистящие средства, а озонированная вода абсолютно гипоаллергенна. Да, раньше, используя жесткие химикаты, я вряд ли дожила бы до пенсии в добром здравии. Но теперь, используя эту безвредную смесь, я не испытываю свой организм на прочность. Никаких приступов астмы от испарений. Работать теперь гораздо легче. Да, разница для нас колоссальна. Больше не нужно смешивать химикаты и беспокоиться, что брызги попадут на кожу или в глаза. Не будет больше забегов в медкабинет для промывания глаз или ранок, в которые попала хлорка. Раствор абсолютно безопасен, что особенно важно при его использовании рядом с детьми. Дети, иногда сходив в туалет, забывают помыть руки, а потом трогают столы, клавиатуры компьютеров, дверные ручки. Проходимость в классах большая, и потом те же вещи трогают уже другие студенты, и все микробы разносятся повсюду. Я очень довольна, что теперь мы используем Lotus Pro, ведь это безопасное и действенное средство. Мне лучше спится по ночам, зная, что мы оберегаем детей от микробов и химикатов. Меня зовут Рад Олсон, и я торговый представитель в Brady Industries, местной фирме, поставляющей оборудование для уборки в Финиксе, штат Аризона. Несмотря на то, что я занимаюсь продажей химических чистящих средств, мне кажется правильным урезать мои продажи и помочь клиентам создать более безопасную рабочую среду. Этот продукт не только позволяет избавиться от загрязнения окружающей среды, но и убивает микробы. Безопасно и без химикатов. Не знаю, чувствуете ли вы, но разливая раствор, я ощущаю запах, как после дождя. И становится понятно, что установка действительно работает как надо и насыщает воду озоном. Многие замечают, что после уборки в туалете пахнет как после грозы, и этому есть причина. Один из способов естественного создания озона — это когда молния бьет через верхние слои атмосферы. Так что, когда от установки пахнет грозой, по сути, происходит тот же процесс, только не в облаках, а в кладовке уборщика. Тот же процесс, но немного другого масштаба. Учитывая то, сколько школ уже используют установки Lotus Pro, не остается сомнений, что это изобретение меняет индустрию. Система Lotus — это мощное многофункциональное средство для очищения и обеззараживания любых поверхностей, которое сэкономит вам время и деньги. Ну, видно такой американский подход сразу к рекламе. А вот здесь очень интересный, Виктор, от российских слушателей как раз вопрос. И тоже опять связанный со спецификой плавательных бассейнов. Любовь Майер спрашивает, будет ли средство менять состав воды в ванне, ну, в чаше, да, в ванне, занесенной с обходных дорожек ногами посетителей? Ну, уборка обходной дорожки, да, так или иначе, попадает раствор, да, который переносится в ванну бассейна. Что здесь у нас происходит? То есть фактически не ухудшаем ли мы те требования к системе водоподготовки, да,
и качество воды в самом плавательном бассейне? Прокомментируйте, пожалуйста, это. Наоборот, мы существенно улучшаем качество плавательной воды в бассейне, так как, как бы мы ни хотели, при уборке обходных дорожек, мы, используя химию, в любом случае часть этой химии попадает в плавательный бассейн. Значит, во-первых, это, во-вторых, она довольно скользкая, требует смывания, требует дополнительных трудозатрат. То есть при уборке химическими средствами, конечно же, уборщицы сначала наносят раствор, потом его должны тщательно смыть. Правильно, чтобы не во-первых, скользко. Там есть такое понятие, как поверхностное натяжение, ну, при использовании химических средств. Здесь этого нету совсем. От слова совсем. Просто, ну, это просто нету таких поверхностно-активных веществ, в нем нету. Соответственно, люди при уборке вот этих обходных дорожек не заносят на ногах никаких химических средств в воду. Ну и еще, конечно, рекомендуется использовать в комплексе и озонаторы воздуха, и озонаторы, и, конечно, озоновую очистку воды. Это было бы неплохо. Есть хороший опыт и хорошие производители у нас в России для очистки воды в бассейнах посредством озона. Не знаю, почему-то, может быть, у них есть какие-то ограничения или что, почему так. Я на моей памяти только один бассейн видел у нас здесь в Питере, на Крестовском есть. Они озоном чистят воду. Ну, да. Это немножко другая тема. И здесь действительно вот. Какие способы существуют? Я имею в виду, что если это в комплексе, то еще лучше. Естественно, каждый шаг ухода от химии дает нам дополнительную чистоту и атмосферу в самом бассейне, в самом помещении. И дополнительный плюс для его посетителя и тех, кто занимается там спортом, и кто уборкой занимается, конечно же. Виктор, вот тут Семен Никольский спрашивает нас, очень интересный вариант, а как он будет в сервисном обслуживании по стоимости? Как часто надо менять картриджи? Или как они, значит, сколько они стоят? Ресурс картриджа, который часа 4 на он 6 тысяч литров, то есть, ну, грубо говоря, 6 тысяч бутылок готового средства. Здесь важна экономическая составляющая. Если просто немножко у нас как-то ролик прошел довольно, может быть, большой объем, конечно, ролика, поэтому не важно. Там было сказано, что основная, для американцев тем более, понимаете, да? основное это экономия денег. Они экономят всюду. И здесь они все в один голос говорят, что они экономят существенные средства. Очень просто посчитать. Вот если даже самое тривиальное, так сказать, средство, как бензина, взять по цене, она все равно будет в 3 раза дороже, чем сауна. Имеется в виду сам по расходу литр на литр. Вот литр вот этой бензины будет в 3 раза дороже, чем литр вот этого средства, которое вы произведете у себя фактически на объекте. Хорошо. Это один из выгод, бенефитов использования. Вот. Но тем не менее, возвращаемся все-таки к уточняющему вопросу. Николай спрашивает, какие существуют типы размер установки по производительности? Или это один типовой размер? Вот эта установка Lotus Pro, она одна, к ней есть только 2 вида стабилизаторов. Значит, и производитель у нас один в мире, Терсана. Больше такого никто не производит и не умеет производить. И они поставляют на весь мир сами справляются со всеми объемами. Типа размер, ну, представьте себе, ну, классический кухонный навесной шкафчик. Да, вот где-то приблизительно такое. Если быть точным, то это 50 на 30 и на 40. Вот так вот. Ясно. Будет ли у нас еще ролики какие-то, возможности? Да, мы еще посмотрим российский опыт. В бассейне «Локомотив» снят ролик. Там уже у нас на протяжении
наверное, полугода используют. Это российские железные дороги. Здесь у нас на Константина Заслонова, наверняка знаете. И директор, в Санкт-Петербурге. Да, Санкт-Петербург. У нас из Санкт-Петербурга прекрасно знает этот бассейн, этот спортивный объект. Да. Вот. О, значит, и директор узнал про эту технологию. Мы очень быстро поехали, все установили, договорились. Он такой продвинутый товарищ. Добрый день. Мы в своем комплексе начали использовать установку Терсана для уборки помещений комплекса. Мы отошли от химических средств. Мы заметили изменения в уборке, ощутили разницу в уборке. В бассейне мы используем озонированную воду при уборке. Других помещений используем. И мы заметили, что у нас помещения стали чище. Разница есть. Качество уборки лучше стало. Нам не нужно смешивать растворы с водой. С установки подается готовый раствор с водой. Александр Филин пишет, соответствует ли данная уборка рекомендациям не Роспотребнадзора, а даже Всемирной организации здравоохранения по уборке и дезинфекции помещений поверхностей в контексте с COVID-19? Значит, у нас есть на нынешний момент резюме патогенов, которые предоставлены лабораторным способом. Есть заключение нескольких, но опять же мировых лабораторий, российской пока нету. Это длительный процесс оказался у нас, чтобы сделать лабораторные исследования. Тем не менее, оборудование сертифицировано, доказана его безопасность, используется уже на многих объектах. Да, были вопросы от СЭС, они по привычке там просят свои эти самые, но разобравшись, посмотрев документацию, вопросы тут же снимаются. Понимаете, да? Делали даже смывы там специально. И инспекторы СЭС были приятно удивлены. Как же так? Неужели вот так, да, действительно так? То есть, если вы не доверяете, сделайте смывы, пожалуйста. Вот вам документы. Я понимаю, о чем говорит человек. Потому что наши инспекторы СЭС привыкли работать вот как им сказано. Вот они. Хорошо. Терсано. Changing the way the world cleans. Добрый день. Я являюсь представителем отеля «Крафт Невский». Мы одни из первых отелей по Санкт-Петербургу, кто использует установку Терсана. С тех пор, как мы перешли на Терсана, мы избавились от множества различных химических средств для уборки. Тем самым мы сэкономили до 82% нашего бюджета на химию. Сократилось время на уборку и дезинфекцию, так как Терсана заменяет все основные средства. Мы используем его для мебели, зеркал, хромированных поверхностей, кафеля и ковролина.
дезинфекцию дверных ручек, телефонных трубок, пультов, выключателей и остальных поверхностей мы также проводим с Терсана. Он не требует смывания, в отличие от других дезинфицирующих средств. Несравненное преимущество Терсана в том, что он абсолютно безопасен для людей. Теперь мы можем быть спокойны, что не получим жалоб от гостей на запах химии после уборки в номере, а также за здоровье наших сотрудников. В процессе использования стабилизированного водного озона мы заметили, что некоторые поверхности в номерах стали меньше загрязняться, например, межкафельные швы в душевых. Как правило, они требуют особого внимания при уборке номера, так как постоянная влажность провоцирует появление плесени и ржавчины. С использованием Терсана этой проблемы не стало, швы не желтеют, плесень не появляется. В ближайшее время мы планируем также установить Терсана для уборки нашего спа-комплекса. Терсана. По большому счету, представление уже у людей есть. Если есть вопросы, давайте посмотрим в чат вопросы. Какие самые важные вопросы волнуют людей? Я так понимаю, что все равно понимание вопроса уже сложилось у слушателей, да, у участников. Виктор, а мы вот в ходе как раз вашего выступления, как раз я и транслировал вопросы, которые поступали в чат, и вы, в принципе, на них отвечали. Поэтому, да, вот эти все вопросы, они уже... интегрировано непосредственно от наших слушателей. Я должен обратить внимание слушателей на то, что дает использование для каждого из объектов. В общих словах мы говорили, но здесь надо перечислить самое главное. Это удобство, первое, эффективность, второе. То есть вы просто нажали клавишу, получаете готовый раствор. Не надо его ни дозировать, ни размешивать. Не надо респиратор, не надо перчатки. Вы не боитесь, что навредите своим посетителям, своим сотрудникам. Это первое. У него самый высокий класс безопасности, если вы видели, там был по СДС класс безопасности А000, высший класс безопасности у этого оборудования. Дальше. Он позволяет уйти, вот здесь видно, вот сколько будет, вы понимаете, нужно средство для пола, средство для зеркал, средство для того, средство для этого, не нужно этого всего. Вы набираете вот в один опрыскиватель, убираете все, что касается стен, там, раковины, нержавейка, ресепшн, стойка администраторов, входная группа, там, где люди берутся все время. Значит, САО за одну минуту максимум убивает все известные. То есть даже вот этот ковид, он не самый, как бы есть гораздо более страшные, более заразные вещи, как ковид. Грибки, плесень, ржавчину, кальций на любых поверхностях, начиная с диванов, там ковролина, стекла, плитки, как видите, всюду он работает. Вам не нужно больше закупать разных веществ, и складировать это все, потом это все утилизировать, эти все бутылки, потом получается вот такая вот картина. Да, вот. Вода вся в бутылках, да, вот наши все воды и это самое, и водоемы, и канализация. Ничего этого вы не сливаете в канализацию, вы не дышите этим. Там в ролике, там мне понравилась одна женщина в Штатах, сказала, я бы вряд ли в добром здравии дожила до пенсии, если бы не эта Терсана, да. Вот, дальше. Что важно очень, конечно же, это экономия. И вот в отзывах наших российских коллег, вот здесь уже, которые используют, здесь явно видно. Мы даже с одним из них прямо на бумаге считали, что было у них до использования и что после. Получилось, кратно. Они в 2-3 раза точно уменьшили расходы на химию. И причем у них в помещении стал гораздо лучше атмосфера,
Они даже говорят, у нас, оказывается, плитка другого цвета. Мы даже не знали этого, не убирали. После недели использования Ирсона говорят, господи, у нас плитка-то, оказывается, другого цвета. Вот. Ну и так далее. Значит, что еще важно, что, конечно, в свете наших сегодняшних тенденций наша страна и наше правительство стало обращать больше внимания на сохранение природных ресурсов, вод и так далее. Устойчивое развитие всех предприятий тесно связано с экономией и энергии, и воды, и нанесение ущерба окружающей среде. Это тоже очень важная деталь. Так, что еще? Да, кто использует? Вот последний тут слайд, тогда посмотрим, кто использует Терсана. Виктор, давайте будем подводить небольшие итоги, но все-таки вот два вопроса, которые в один у нас укладываются, они все равно в экономику у нас хорошо. И все-таки цена вопроса, ну и вот второй вопрос, опять же, здесь он дополняет первый, который я сказал, какая стоимость 1 литра готового раствора? Стоимость раствора мы рассчитали 8 рублей. Это при САУ 4 и 11 с копейками при САУ 24. Если 24-часовой раствор. 4-часовой раствор стоит 8 рублей. Даже 7,90, там, если быть точным. Потому что картридж... это все легко посчитать. Цена картриджа, цена этого стабилизатора, который сменный, и в пересчете на его производительность. Коллеги, стоимость самой установки, ну, скажем так, там есть разные, значит, зависит от общего, она абсолютно вменяемая и подъемная для любого предприятия, даже для домохозяйства. На нынешний момент для участников семинара мы можем предложить цену оптовую. Фактически цена в районе 1500 долларов будет стоить. Вот одна установка. Ну там 100 с лишним тысяч. Окупается она буквально очень быстро. Да и сама по себе цена как бы не заоблачная, как казалось бы изначально там. Может, он миллион стоит? Нет, не стоит миллион. Хорошо. Виктор, спасибо. Спасибо большое. Еще раз тогда подведу некий итог. Значит, действительно, клининг, уборка – это непосредственный атрибут. Мы никуда от этого не уйдем. Любого объекта, и в том числе спортивного сооружения. Какие проблемы перед нами стоят? Ну, я бы их выделил. Первая проблема – это, конечно, любая химия, это все равно какой-то вред и людям, которые занимаются, и людям, которые производят эту уборку, ну и окружающей среде. Понятно, что необходимо искать определенные способы, каким образом уменьшить. И здесь новые технологии нам подсказывают, что действительно существует решение уборки без применения химических средств. Какие еще мы видим здесь преимущества? Опять же, понятно, что любая химия, она в той или иной степени предназначена для различных поверхностей. Данная установка и данное решение позволяет нам фактически унифицировать, да, то есть применять только данное средство по необходимости того объекта, в котором проводится вот эта уборка. Вот. Поэтому взвесьте, конечно, и третий момент, на который я тоже обратил бы это внимание. Да, есть Америка, там Канада, все это замечательно и далеко, но, как видите, уже многие объекты различного назначения, в том числе объекты спорта, перешли непосредственно на этот способ уборки, а это значит, вы можете сами проконсультироваться, посмотреть у коллег своих, выяснить, узнать. И, наверное, вот мы вернемся как раз здесь тоже, какой-то обзор будем делать по всем темам, которые мы говорим. И, наверное, вот обратная реакция, мнение ваших коллег, оно очень важно как раз вот по тем технологиям, которые мы рассматриваем. Поэтому, Виктор, еще раз огромное спасибо. Для многих сегодняшняя информация была
безусловно, новый. Думаю, что интересный. Все ценовые вопросы, все вопросы, связанные с применением, с нюансами, с работой установки, с картриджами, подключением. Ваши координаты присутствуют. Если кто-то к нам будет обращаться, естественно, мы передадим. И вы с нашими коллегами пообщаетесь. Ну и вот вам говорят спасибо, было познавательно. Наверное, это самая главная реакция на сегодняшний спасибо, ваше Николай сообщение. Иванович. Всего хорошего. Всем большое спасибо. Я анонсирую буквально следующий вебинар, который пройдет у нас 1 февраля, 10 часов по московскому времени. Темы, которые мы будем рассматривать, это тренажеры для спортивного плавания, одна тема. И вторая тема – это обустройство и последующая отделка плавательных бассейнов керамической плиткой. Тоже, наверное, это темы, которые волнуют большинство наших слушателей. Берегите себя, будьте здоровы, до новых встреч. Спасибо, всех благ. Спасибо, Игорь Ильич, до свидания.